А на гитару приглашается прекрасный исполнитель авторской песни, он же композитор Дмитрий Богданов, Москва. Нет. О, появился звук. Помогает мне Дмитрий Григорьев. Хочется спеть песенку, которую я написал на стихи Дмитрия Сухарева, после того, как побывал в доме, который он купил где-то в 200 километрах от Москвы. Он там и наукой занимается, и стихи пишет. Вот получилась песенка. «Табуретка» называется. Когда пнимешь кора, писать бы до утра, прихлебывая кофе и зевая. Стихи, потом доклад, а в окна влажный хлад и крик сыча, и пряность плевая. Но нет, нельзя окна открыть, и суждена работа под дымок и треск паленья. Тогда уж лучше лечь, поглядывая в печь, тетрадочку пристроив на коленях. Приляжешь тут, тахта похожа на кота, на коего уселась повариха. Бежи, ты бьет ногой, и спину гнет дугой, и когти плоть твою вонзает лихо. Скорей на табурет, он печью подогрет, и его девиз «Да здравствует работа!» Писать бы до утра, прихлопнув комара, да что-то от чего-то неохота. В запасе ход иной, надежный запасной, стремительно в постель нырнуть украдкой. И слушать в тишине, как где-то в стороне поет комар над девственной тетрадкой. И слушать в тишине, как где-то в стороне поет комар над девственной тетрадкой. Дмитрий Спасибо. Богданов.